Вообще, в принципе, так я ММА не смотрю. Смотрю бои только в основном, и то не все бои, но только Александра Емельяненко. Почему? Потому что с этим человеком мы как-то тренировались, можно сказать, вместе. Вот сейчас он уже завершил нокаутом победу. Мотанем немного. Мы видим, что настроен он очень решительно. Виктор Пешта пропустил двоечку. Потерял баланс, потерял концентрацию. У Александра все сбалансировано, все четко. Четко стоит на ногах. Раздергивает. Видать, понял, что тот расконцентрированный. И сейчас нанесет двоечку. Прямой. Отлично. Сейчас мы вам покажем ту самую двоечку. В этом мне поможет Сергей Качуев, тренер бойцовского клуба «Рать». Что делал Александр? Он его раздергивал. Вот он его раздергал, раз проваливал. Ударял одиночные удары, а затем зашел левой, правой. Почему он ударил правой боковой? Потому что он увидел, что Виктор опустил свою левую руку, начал сгибаться, тем самым просто подловил его на правый удар. Затем уже Виктор Пешта упал, и тот его добил. Я, конечно, не могу так делать, потому что мой вид спорта это такого не делает. Один из моих поединков, который я закончил досрочно, это именно двоечка. Но здесь Александр пробил двоечку прямой левой, правой боковой, а я пробил левой, правой прямые два в челюсть. Готовились вообще всю подготовку, готовились к правше. И только в ринге узнали о том, что он левша. И пришлось сразу перестроиться. Ну, у нас все получилось. Подвели его под этот удар. Просто готовил его 7 раундов под то, что я пробью именно двоечку. Идем от простого к сложному. Сначала мы берем одиночный удар, потом мы берем двоечку, раздергивающие движения. А затем уже будем заходить раз-два двоечкой. Раз, два. Раз, два. Вот, собственно, вот так и выглядела двоечка Александра Емельяненко в бою против Виктора Пешты. Let's go, champ.